То есть это мы сейчас вам ходим в коридорчик. Сейчас разберем. Оп. Раз, ты его. Что стоит? Раз, ты его. То есть это мы сейчас вам ходим в коридор. Небольшой разберем. Еще двух поставить. Оп, выбирай. Помедленно. И опять все импровизация. А тебя рыб остал на пас двое. Теперь уступ с другой стороны. В принципе, то же самое, но маленько меняется, потому что расположение рук, там удар, и так далее. Нормально. Сейчас не торопитесь. Не торопитесь. Ну, да, вы сами быстро начинаете. Вы сами быстро начинаете. Давай. Совсем убить. Это крестовина у вас. Да конечно, сразу блажен, все. Показал одиночная работа один. То есть он вокруг себя крутит. Вдвоем же работа будет другая, правильно? Я же не имею права, что это вставлять. Соответственно, здесь будет какая работа, то, что примерно было показано друг другу. То есть вот, все, я начинаю. То есть раз, туда кручу, верчу. И работаю, помогаю, но это дело сделать. Могу сзади стоять эту палку. Я начинаю. То есть раз, туда кручу, верчу. И работаю, помогая ему это дело сделать. Чик. Могу сзади стоять с этой палкой. То есть мало. То есть я работаю, все. Вот мое дело. То есть его дело. Оп, сторона. Охаживаю. Помогаю, добиваю. Далее. Еще. Я на разные и на черно-белый, на такой. Ну, господи. Вот мое дело. То есть его дело. Оп, сторона. Охаживаю. Помогаю, добиваю. Далее. Еще. Я на разные, на черно-белый, на такой. Господи. Все мы с тобой валяемся. Нам же сложно, ладно. Вот он, я поджидаю момент. Бам! А когда палку двое держат? Два человека. Нет, вот он. А, в смысле, мы с тобой вдвоем одну палку? Шлагбаум, знаете, такой? Бам-бам-бам. Положи. Оба. О, осторожно, давай. Прям палка. Шлагбаум, знаете, такой? Бам-бам-бам. Ой, положи. Оба. О, осторожно, рычаг был хороший.
Прям палка чуть не задает. То есть смотрите, что еще будет. Дальше, дальше. Давай. Какие к черту кадры? Еще еще какие-то наличные. Ой. Это ничего, ничего. Побегут такие. Ну какой же. Раз мы тут работали, работали, ну, надоело. Что делал? Раз. Расцепился все. Страшно же. Та же самая палочка. Раз. Оп. Нападай. Давай. Сколько лет всего занимаешься, до сих пор только что понял. Тихо, тихо! Как в гестапо. Лёха, что ты там делаешь? Я не понял вообще. А Лёха не понял, что ты делаешь. Давайте, кто первый нападает, сразу закручивает, а второй добивает тех, кто там уйти. Лёха закручивает сейчас сразу. Рот, ты чё? А не вижу, он меня закрыл головой. Рот, ты же порвали, давай. Комсомольцы так не поступают. Перекусывают, Серёг. Вот оно положение. Вот оно сразу. Видишь, положение. Вот оно сразу куда идёт. Со 45 градусов. Не то, удар, а... То есть можно еще вот так, конечно. Можно вот так же взять и его, опять же, с загрузкой повезти по голове. Сустав работает. Можно наружу его вывести, как правильно выводят. Вот сразу его опрокидывают через... Но опять же, не просто вот так руками, а руки у меня вот она здесь. Я его когда пинтаю, то есть вот он... Вот сверху взял, как я его вот куда, то есть как бы всем телом туда его. Бам! А так я могу пропустить, бах, ударить. Вот его сразу загружаю. С загрузками тогда идет работа. Бах! Сейчас опять идет работа с загрузками. И вот она, колено. Можно через колено этот нож прокатить, смотрите. Подбегает. И вот сразу ударяется. Здесь у меня нож, пожалуйста, здесь я кучка. Начинаешь? А помнишь, я раз это показывал. Можно тебе такой. Девочек. Выбег показывал. Помню. Выбег показывал. Не, он про вилки говорит. А, вилки. Ну, вилки это там крутить надо. Ну, как. Это сильно жестковато, это, чтобы перевести одну в другую. То есть сразу он пересекает его, и раз, потом начинает из этого положения. Я не буду. У нас сильно жестко. Это у кого здоровье есть большое. Нет такого мелкого. Чтобы все понятно. Со всеми этими. Здесь уже разбиваем. Вытягиваем. Ну и положи. Сразу. Вот она. Вторая рука, потому что нож сейчас пойдет. Вот здесь я держу, здесь держу. А здесь сустав. Хорошо. Руки вот он. Здесь будет. Раз положи, положи, вот это положи сюда. Готовый. Положение, оба. Да, да. Смотрите, рычаг наружу. Вот, переложи. Можно, конечно, вот так брать. Раз, беру. И сразу все делаю. Могу тут все это делать. То есть изнутри, как говорится. Типа как учебники самбо было. Но там совсем не то. Сейчас эти моменты покажем. Оп, вот оно положение. Раз, два. На. Руку еще вниз и сюда. Плюс его леночкой подправляем. Сверху. Положение так. Оба положение, вот она рамочка. Вот оно положение. Вот оно сразу. Примерно. Это верхний. Раз, вот оно положение. Еще раз скажем. Положение. Оп, вот оно положение.
Смотрите положение локтя. Видите, куда нож упирается? Раз, я ухожу сюда, возвращаюсь сюда. Не торопись, не торопись. Некоторые положения, вот, прям нож сюда направляю. И опять удар за грудочкой. Оп, опять делаю. Вот оно положение. Ушло туда. Туда ушло я. Или протягиваю локоть, он уже пойдет за мной. Естественно, работаю с ним. Но... Потому что это... Не получилось, давай. А вот так сработает. Видите, опять. То есть на другом рычаге уже сейчас работает. Можно вот эту сторону раз и подтягиваю его вот сюда. Но опять захватываю ногу, руку. Опять я его протягиваю, опять вот я его выкручиваю. Сам. Локти вот рядом. То есть щелок. То есть после того, как я выкрутил, ногу сразу еще нанесу. То есть ножом здесь сильно не надо много всяких. Можно вот сюда его завести. Раз. Раз. Поработать. Здесь уже вот. Спокойно. Капригазу. Положение. Сразу. Оп. Оно куда пошло сразу. Раз. Вот эти вот боковые. Вот во, положение. А, мы его делали. Когда вот так вот здесь вот. Вот. Вот, да, да. То есть вот момент. Видите, сразу ножичек. То же самое, как рукой. Раз я его перевел, вот оно положение. А здесь я его сразу сбил и ножичек направил. Оба положения, вот оно положение. Лезвие. То есть здесь рычаг, смотрите, какой здоровый. Большой такой. Можно уйти от него, потому что потом все равно придется вернуться. В самом деле, на руке лежит. Как, понятно? Так. Опять вот. Положение. Оп. Видит? Влетает. Оба. Вот оно положение, начинает меня касаться. Я сразу составляю локоть, ножичек себе, чтобы он меня уже здесь не болтался. По локотку ударил, здесь можно так сделать. Можно развальчик сделать. На суставчик надавил, а ножичек опять же в его сторону совместил. И также его можно почти вытащить. Так, ну давайте работать. Я его так же снимаю. Притом я могу снимать. Вот он домик, смотри, даже если я что-то.